Загалом про ситуацію у Соледарі хочеться від вас почути, тому що дійсно дуже багато фейків і неправдивої інформації лється із російської сторони про те, що начебто місто захопили або там взяли в оточення наших військових, але Генштаб спростовує цю інформацію, що нині там? Северо-западная часть Соледара, это ЖД-станция Соль, 7-4 рудники Артем Соли, промзона так называемая. Эта часть Соледара встроена в общую систему обороны, которая идет от Бахмута до Северска, вдоль реки Бахмутка, вдоль этой речки также тянутся две трассы, одна железная дорога с правой стороны, с восточной стороны реки Бахмутка, с левой трасса. И это является естественным, уже можно сказать, естественным укреплением, укрепрайоном. И вот именно Соледар встроен в этот укрепрайон. Россияне пытались сбросить наши войска с этого укрепрайона. Мы держим и рудники, и промку. И она как раз из-за того, что встроена в общую систему обороны, довольно-таки неплохо и прикрывается нашей артиллерией определенные участки. Потому в зависимости от сложившейся обстановки будет принято определенное решение. То есть если толк от того, что будем освобождать весь Соледар, оптимальный вариант, скорее всего, все-таки удерживать линию обороны вдоль Бахмутки, а как раз часть Соледара, она в нее встроена. Потому на данный момент россияне пытаются и форсировать реку Бахмутку вместе с пересечь эти две трассы. Пытаются выжать нас из Соледара за этот естественный рубеж обороны. Но украинские войска держатся тяжело, но тем не менее держатся. А выполнять оперативно-тактические действия будут в ближайшее время в зависимости от принятия решения руководством вооруженными силами Украины. Потому сказать о том, что Соледар сейчас занят или полностью окружен, точно нельзя. Он действительно занят, часть его, восточная часть той стороны, с которой заходили в Соледар россияне, это в основном частный сектор, он практически сейчас уже развален российской артиллерии, они его вот занимают. Ну а промка и основная часть Соледара в наших руках, и пока мы ее удержим. Пане Романе, ось дивлячись на карту, ми бачимо, що по суті про оперативне оточення не мовиться, тому що ще є шлях сполучення у напрямку Благодатного, так? Є кілька дорог, причому не тільки ті, які є зараз на карті, є дуже багато дорог по Насту, уже хорошая погода подошла, морозная, то, в принципе, выдвигаться и двигаться в сторону Соледара возможно и сейчас с любых направлений, где-то около 120-160 градусов по азимуту можно заходить в Соледар, выходить из него. То есть Соледар сам по себе снабжается по и проселочным дорогам в том числе. Потому говорить об оперативном окружении уж точно невозможно. То есть они все дороги просто... Это невозможно перебить, так как все-таки площадь Соледара довольно-таки немаленькая.